Всем привет! Хочу такую коротенькую информацию вам дать. Просто пока жду Виталика, тут по делам ушел. Нам женщина на днях одна сказала в какой-то госструктуре, сказала, что если вдруг вот вновь прибывшим, обычно говорит, можно пользоваться такой услугой, вы можете позвонить. Виталик уже идет. Вы можете позвонить по телефону 211 набрать. Запомните, 211. Это если у вас будет трудная ситуация какая-то с деньгами, в смысле, то есть вас не будет хватать на еду, то вы можете позвонить и узнать, где раздается бесплатная еда. И таким образом вы сможете хотя бы едой себя обеспечить. Все, всем пока-пока. Такое короткое видео, мы дальше свои дела будем делать.